Варь. Это Нина. Познакомься. Она детский психолог. И... Я сама. Ничего себе, какой у тебя домик. Я в детстве тоже о таком мечтала. У тебя тут куколка живет. Я ее посажу на стульчик? Не трогай ее! Тебе этот домик мама подарила, да? Я понимаю, почему ты злишься. Мама обещала, что будет заботиться о тебе, а теперь ее нет. Она не сдержала обещания. Я бы разгромила этот домик. Вот так. Мне кажется, уже хватит. Подождите. Молодец. Молодец, умничка. Разбей его. Умница. Ты молодец. Ты умничка. Делай так, как тебе хочется. Хочешь плакать? Плачь. Или кричи. Чего тебе сейчас хочется? Поставь мне вот эту детальку. Я дома. Привет. Привет. Как вкусно пахнет. Голодная? Я бы сейчас слона съела. Говяжий стейк подойдет или за слоном ехать? Очень даже подойдет. Давай, присаживайся. Боже, какая красота. Завтра приезжают мои родители. Наконец-то познакомитесь. Куда приезжают? К нам? Да успокойся ты. Я поселю их в хорошем отеле. Завтра они погуляют по городу. А вечером все вместе поужинаем в ресторане. Столик я уже забронировал. Ну, отлично. Значит, я наконец-то узнаю, в кого ты такой. Я в маму. Однозначно в маму. Андрей, привет. Привет, Лен. Ну что, как Варя? Уже лучше. Правда? Я очень рада. Хочешь, я приеду к тебе завтра, посижу с ней. Ты сможешь спокойно поработать. Да все нормально, Лен. Можешь не приезжать. К нам няня-психолог завтрашнего дня будет приходить. Да, сегодня они, кажется, нашли контакт с Варей. Ну, это же прекрасно. Теперь Варя пойдет на поправку. Я очень на это надеюсь. Хорошо, Андрей. Спокойной ночи. И тебе, Лен, спокойной ночи. Где даже кофе нет. Вы же будете кофе? Да, буду, спасибо. С сахаром, с молоком? Нет, ничего не нужно. Спасибо. Это документы на трудоустройство. Угу. Спасибо. Так. Как Варя вела себя вчера вечером? Нормально вроде бы. Вроде бы. А вы что, не общались? Ну, почему общались? Или что вы имеете в виду? Говорили ли мы по душам? Нет, не говорили. Вряд ли бы я смог подобрать нужные слова. Зря вы так думаете. Вы очень нужны Варе. Андрей, поймите, вы созависимы в своем горе, поэтому вам это тоже нужно. Нина, я не нуждаюсь в психологе, спасибо. Я поняла. Я тогда пойду к Варе. Варечка, можно? Варя? Андрей, Вари нигде нет. В смысле нигде нет? Может, она в ванной? Нет, я везде посмотрела. Ну что ж такое? Надо объехать все улицы. Я не понимаю, куда она могла пойти. К маме. В смысле, на кладбище? Нет. Мне кажется, у нее сейчас период отрицания. Она не хочет верить, что мамы больше нет. Значит, она будет ее искать. Слушайте, вы правы. Недавно что-то подобное уже было. А куда они с мамой любили ходить гулять? Я не знаю. Тут есть какой-то парк? Парк? Парк, да, есть один парк. Поехали. Да, Лен. Привет. Я тут думала заехать к вам. Лен, сейчас не время. Почему? Что-то случилось? Случилось. Варя пропала. Как? Мам, ты там, да? Здесь искать. Нам нужна набережная. Набережная? Почему набережная? Там недалеко есть детская площадка. Туда. Варя! 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 Андрей, набережная там. Варя! Малышка, милая, ты что, потерялась? Где твоя мама? Я не знаю. Варя! 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 Папа! Варечка! Ты в порядке, все хорошо? Варя, зачем ты сбежала? Слышишь меня? Трёха ты моя! Варечка, все, успокойся, все хорошо. У вас не будет зарядки? Да, наверняка дома где-то есть. Смешно, да? Хотя смешно, наверное, в этом мало. Я уже 7 лет как отец, а так до сих пор не знаю совсем свою дочь. Если бы не вы, догадался бы я поехать в этот парк. Ну, не знаю. Сомневаюсь. Хреновый из меня отец. Мне кажется, последнее, что вы должны сейчас делать, это винить себя. Я тоже когда-то так о себе думала. И ничем хорошим это не закончилось. У вас тоже есть дети? Да. Девочка. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бронировал столик на фамилию Литвинов. Конечно, пройдемте. Вот ваш столик. Ой, давай. Позвольте забрать вашу одежду. Олежа, это, наверное, ужасно дорого. Мам, да? Не начинай. Оля, ну ты… Что я? Что я? Ах. Добрый вечер. Добрый вечер. Я могу вам предложить вина? О, нет, нет, этот бабский напиток я не буду. Мне лучше водочки принести. Ну, не начинай. Пап, это не бабский напиток, это Шато Марго 87-го. Шато Марго? Ты хоть королева Марго, я его пить не буду. Ну, и где же твоя Нина? Приезжает. Я чуть не посидела, как Варя. Лен, пожалуйста, потише, разбудишь. Здравствуйте. Я Нина, няня-психолог Вари. Интересно. Не знала, что такие профессии существуют. Ну, видите, чего только не придумают. Откуда вы догадались, что она в парке? Профессия подсказала. Подождите. А мы с вами нигде не встречались? Ну, если и так, то я вас не запомнила. Давай. Другую руку. Помочь? Пожалуйста. Давайте лучше я. Прости, Варя. Разрешите. Так, одну руку. Мы одели. Теперь давай вторую. Ловлю, ловлю, ловлю. И опа. Молодец. А теперь ныряем. Вот так. Ну, вот все. Давай, укладывайся. Так. Давай. Удобно? Свет выключить? Нет, не надо. Хорошо. Знаете, мне все-таки нужна зарядка. Зарядка в гостиной. Пап, расскажи мне сказку. Варечка, пожалуйста, закрывай глазки, засыпай. Мы все очень сильно устали уже сегодня. Давайте я. Хорошо. Так. А кто это тут у нас? Смотри, кто к тебе пришел. Ну что, какую тебе сказку почитать? Нет, придумай. Мне мама всегда придумывала. Хорошо. На одной далекой-далекой планете жил песик, который очень любил звезды. У песика было много друзей, и он любил собираться с ними по вечерам и рассматривать созвездия. Песик мечтал со своими друзьями побывать на всех звездочках нашей галактики. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Я на этих выходных с ним пойду охотиться. Я уже могу выносить блюдо? Да подавайте уже, а то я сама скоро на охоту пойду. Ну да, выносите. Олеж, не накручивай себя. Может, ее на работе задержали. Ну да, может, врал какой-то. Да, наверное. Сейчас я кого-то из ее коллег наберу. Привет. Любимый, прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста, я знаю, я виновата. Просто у нас на работе такой кипиш, у меня слетел перевод и... Пожалуйста, скажи, что в этой сумке спортивная форма. Mm-hmm. Да, я решил на ночь глядя в спортзал сходить. Так что там с переводом? Ты съезжаешь? Кто он? Ты о чем вообще? Наверное, писатель какой-то, да? Непризнанный гений. Не то, что я. Скучный, заурядный. Ну где ж ты заурядный? Раз такую историю придумал... Хватит. Я звонил к тебе на работу. Ты сегодня там даже не появлялась. Отпуск на неделю взяла. Куда ты собралась? Где ты сегодня была? Черт, Нина. Олег, пожалуйста, я понимаю, как все это выглядит, но на самом деле все совсем не так. Так скажи мне, как? Дело в том, что у меня… Господи, как это тяжело. Просто я пытаюсь сказать, что… Блин, я не могу. Если я тебе скажу, я все этим разрушу. Так ты же уже все разрушил. Олег, пожалуйста. За остальными вещами зайду завтра. Андрей. Да. Я пришла попрощаться. Буду ехать в отель. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Но если хочешь, я могу остаться. Помогу тебе с презентацией. Нет, спасибо, Лена. Это меня будет только отвлекать, а мне нужно сегодня закончить. Тем более. Тебе сейчас не помешает тот, на ком ты ее проверишь. Поверь, я отличная фокус-группа. Может быть, ты и права. Да, наверное, у меня уже глаз замылился совсем. Тогда пойду сделаю нам много крепкого кофе и начнем. Да. Как тебе этот слайд? Смотри, площадка детская, бесцветная. Если добавить цвета, будет веселее. Ну да, может быть. Добавить цвета. Когда у вас тендер? Через неделю. Чего ты переживаешь? У вас полно времени. Лен, поверь, у нас совсем мало времени. У нас очень серьезный конкурент, Олег Литвинов. У него самая крупная компания во всем городе. Поэтому нужно готовиться заранее. Давай. Так лучше? Да, очень хорошо. Лен, не надо. Прости. Прости, мне просто показалось… Нет, Лена, ты меня прости. Просто сейчас, наверное, не совсем подходящее время. Конечно. Ставь точку здесь. Вот здесь? О, нет, не здесь. Тут. Вот тут? Хорошо. И что это у нас за созвездие получается? Дракон. Он очень сильный и очень храбрый. Он всегда защищает слабых. Прямо как твой папа, да? А давай, когда мы наклеим здесь звездочки, сделаем из этого открытку. И ты тут напишешь папе, как сильно его любишь. Ему будет приятно. Не хочу. Почему? Потому что я его не люблю. Варечка, ты почему так говоришь? Он разлюбил маму и меня. Поэтому я тоже его не буду любить. Малышка, послушай, ты для папы самая яркая и самая родная звездочка во всей вселенной. Неправда. Правда. Папа тебя очень любит, просто ему сейчас тяжело. Ему нужно время. Варечка, я к тебе. Ой, и вы здесь, Нина. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, моя хорошая. Привет. Ну что, соскучилась по любимой тете? Смотри, что у меня для тебя есть. Какая принцесса. Правда на тебя похоже? Тетя Лена, я уже взрослая, не играю в куклы. Ну, хорошо. Я ее тут положу, хорошо? Нина, можно вас на 2 минутки? Конечно. Я сейчас приду, хорошо? Вы знаете, Варечку просто не узнать. Мне кажется, она почти восстановилась. После смерти мамы так быстро не восстанавливаются. Да, это конечно. Но все-таки вы прибедняетесь. Вы с ней отлично поработали. Лен, давайте на чистоту. Вы к чему-то ведете? Да ни к чему, вы что? Мне просто кажется, что все, что от вас требовалось, вы уже сделали. А теперь они должны позаботиться о ее родные. Я с вами согласна. Заботьтесь. Мне кажется, я вам в этом не мешаю. Ну и вы, пожалуйста, не мешайте мне делать мою работу, ладно? Извините. Литвина. Литвина. Да. Привет. Привет. Ты можешь не предупреждать меня, это твоя квартира тоже? Я сегодня заеду за остальными вещами, пока тебя нет. Ключ оставлю у консьержки. Просто решил предупредить. Послушай, давай ты дождешься меня сегодня вечером, и мы с тобой обо всем поговорим. Мы уже пробовали. Ничего не получилось. Пока. Олег. Да. Спасибо тебе за все. Пока. Пока. Я девочка? Не хочу быть мальчиком, они противные. Теперь ты. Так. У меня длинные волосы. Да, где-то 12 сантиметров. Ничего себе, какая точность. А ну, покажи мне, сколько это. Это вот столько. Вот столько. Ладно, тогда я красивая. Всем привет. Привет. Вам не холодно? Нет, здесь очень хорошо. Па, давай с нами. Мы играем «Угадай, кто я». Это как? Нина угадывает, кто она. Видишь, на лбу написано. Спрашивай. Я красивая? Очень. Да, очень красивая. То есть, ну, Снегурочка красивая, я имел. Вы поняли, что я имел в виду, да? Так я Снегурочка, оказывается. Па, это не по правилам. Ну, зато папа теперь понял, как нужно играть в эту игру, и следующая наша пройдет как надо, да? Давайте вы лучше как-нибудь без меня. Видите, как я плохо играю. Я пойду поработаю. Ну, па, еще одну игру, ну, папочка. Малыш, давай в следующий раз, отдыхайте. Так, ну, будем продолжать. Теперь ты спрашивай. Не хочу. Интересненько. Ну давай, признавайся, Нин. Что тебе надо от нашей семьи? Ой, а почему вы пиццу едите? Там же курица с овощами. А, не знаю. Есть у меня один такой недостаток. Люблю нездоровую пищу. Особенно ночью. А, кстати, это очень хорошо вырабатывает гормон счастья. Ага. А что вы смеетесь? Я не шучу. Правда, вот сейчас сами убедитесь в этом. Ой, нет-нет, спасибо, но мне уже пора домой, правда. Нет уж, Нин, вы меня, конечно, извините, но вы посмеялись над моей теорией, поэтому я никуда вас не могу отпустить, пока не докажу ее. Давайте, присаживайтесь. Ладно. Угощайтесь. Спасибо. Знаете, я немножко слукавила. Да, интересно, в чем? Люблю пиццу сильнее даже, чем шоколад. Ну что ж ты тогда сопротивлялась? Ой, прости. Вы, простите. Ничего-ничего, можно на «ты». Тем более у нас одна слабость на двоих. А как зовут твою дочь? Ульяна. Красивое имя. Сколько лет? Ровесница Варе. Возраст почемучек? Точно. Чем она любит заниматься? Она уходит в музыкальную школу, играет на скрипке. Поэтому для соседей у меня всегда бесплатные беруши. Как ты все успеваешь, я не понимаю. Твой муж, наверное, сердится на тебя из-за твоей работы. У меня нет мужа. На самом деле, это неинтересная история. Хорошо, извини. Вы такие счастливые на этих фотографиях. Ты знаешь, мы удочерили Варю. Долго пытались забеременеть, но совершенно случайно увидели эту кроху. Она лежала в коляске, страшно плакала. Я не выпускал из рук свою плюшевую собаку. Не знаю, что должно было быть в голове у этой женщины, когда она ее оставила. Маша взяла ее на руки, и мы сразу поняли, что она наша. Наша девочка. Ей повезло. Ей очень повезло. Может, мы тогда познакомим как-нибудь Варю с Ульяной? Да. Может, как-то потом. И последний наш слайд. Как вы видите, квартал Happy Home абсолютно оправдывает свое название. Ведь у каждой семьи в этом квартале есть шанс быть чуточку счастливее. Happy Home – счастливый дом для счастливой семьи. Спасибо, Володь. Не знаю, что-то не так с этим слоганом. Happy Home – счастливый дом для счастливой семьи. Давайте все-таки еще подумаем. Тендер завтра. Может, счастье не в доме, а счастье в тебе? Неплохо, но… Неплохо, но… Я сейчас подойду. Давайте еще накидайте варианты, пожалуйста. Ну, а что не так с этим слоганом? А почему листик сначала зеленый, а потом желтый? Я же не была зеленая, когда родилась. Нет, ты была маленькая, пухленькая, розовенькая свинка! Такая красивая свинка! Варя! Папа, а почему листик сначала зеленый, а потом желтый? Иди в дом. Ну, папа! Я сказал, иди в дом! Что случилось? Хороший вопрос. Зачем ты здесь? Ты о чем? Я звонил в центр Лялиной. А коса, ты там не работаешь, значит, документы твои липовые. Поэтому я еще раз спрашиваю, зачем ты здесь? Я не знаю, как тебе сейчас это правильно объяснить. Как я мог так обмануться? Ты влезла в мой дом. Влезла в нашу жизнь. Влезла в голову моей дочери. Оказывается, ты даже была на похоронах моей жены. И все это ради чего? Ради этого чертового тендера? Андрей, ради какого тендера? Молодец. Неплохо. Ну давай, рассказывай, какой у вас был план с Литвиновым? Увидеть мою презентацию, а дальше что? Он серьезно считает, что такими методами можно выиграть тендер? Нечего сказать. Ладно, собирай свои вещи и уезжай. Литвинову привет. Знаешь, хрен с ним, с этим тендером. Но ты влезла в доверие к моей дочери, когда она была так уязвима. Ради чего? Приятного аппетита, любимки. Ну вот, теперь ты у нас лесная фея. Нина, а я знаю, почему листики желтеют. Почему? Потому что они умирают. Конечно, нет. Если мы с тобой его сохраним, то он не умрет никогда. Да? Варечка, это мой номер телефона. Если тебе захочется поговорить о чем угодно, звони мне, хорошо? Ты что, уходишь? Я пойду. Всего доброго. Андрей, ты нужен Варе. Настоящий. Я прошу тебя, не сдерживай себя. Ей важно видеть, что тебе тоже больно. Может, хватит играть психологом? До свидания. Привет. Лен, привет. Не спишь? Нет, решила перед сном почитать. Лен, слушай, если ты не против, может, поживешь у нас какое-то время, пока в школе каникулы не закончились? Просто не хочется уже пускать в дом кого-то с улицы, ну, сама понимаешь. Ну, конечно, не против. Тогда буду собираться. Очень хорошо. Спасибо. Почему ты плачешь? Потому что мне больно. Больно, что мамы больше с нами нет. Но знай. Знай, моя любимая. Навсегда будет жить здесь. Значит, она никогда не умрет, как мой листик. Никогда. Ребят, минутку внимания, пожалуйста. Познакомьтесь с нашим новым сотрудником Егором. Он у нас будет второй редактор. Так что не стесняемся загружать его работу. Да, ребят, не стесняйтесь. Я обожаю дайвинг и готов прямо сейчас погрузиться. Пойдем погрузимся в нашу рабочую атмосферу. Нина, у тебя после отпуска работы накопилось? Дай пару задач Егору, пожалуйста. Я сама справлюсь. Ну, как знаешь. Ладно, пойдем к Пушкареву. У него всегда завал с работой. Да, Пушкарев? Заткнись, сказал. Не надо, говорю, тебе понравится.